Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. 19-й день, и забираем с тобой 75 миллионов рыбы. Итого у нас 500 миллионов, то есть фул, все забито. Так, знаешь, что я хочу сейчас сделать? Быстренько перейти в нашу академию. Блин, а кто-то еще тренируется, да? 2 часа, 11 часов, я хотел, если честно, прокачать. Потому что у нас всего хватает. Слушай, а сколько? Так, здесь 51, предположим, да? А здесь 164. Давай мы, наверное, ускорим. Так, ускорим. И... Блин, куда академка делась? Так, здесь тоже нужно будет все это собрать. Да ёк-макарёк. Академку потерял. Вот. Давай здесь тоже ускорим. Все, и этим потом уровень поднимем. Попозже чуть-чуть. Вначале давай попробуем. Сколько будет делаться? 4, друзья мои, денечка. 4 денечка, но зато мы с тобой сможем дальше прокачивать наших драконов. А ты знаешь, что мне нужно 12 драконов 100 уровня. Не кисло, согласись. Ну что, спасибо тебе, родной. Принес мне железо, красавчик. Так, давай собирать тогда древесину. Блин, надо камеру, наверное, чуть-чуть приблизить. Нифига себе, чуть-чуть я приблизил. Потому что когда она приближена, не так, ребят, лагает. А лагает она из-за того, что у нас тут слишком много движухи всякой. Причем на айпаде, когда я играю, вообще, ребята, не лагает. Просто летает, шуршит, я бы сказал бы, игруха. Так, пещерный склад. Сколько там было? 20. 20 железа можно было выиграть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Попал же? Фиг там, я попал. Стоп, а как он у меня полетел учиться? Я что-то... А, он же футы. Это же этот... Валка. Это совсем другое. Что-то думал, как он у меня смог... полететь учиться, если мы с тобой нашу академку поставили на прокачку. Так, я железо, друзья мои, не трачу. Я коплю. Мне нужно 40 штук накопить для того, чтобы построить или улучшить кузницу. Да, улучшить кузницу. Так, что мне принес беззубик? 1000 янтаря. Ну, а теперь посмотрим, что нам здесь выпадет. Итак... Естественно, янтарь. Ну, 1000 янтаря проще мне дать, чем что-либо другое. Ладно, мы тебя отправляем дальше. Лети, ищи, добывай. Так, ну а мы с тобой собираем вкусняшки. Здесь тоже. Так, весночес получает уровень 75-й. Так, секундочку. Мы же можем его уже отправлять на поиски. Ничего себе, он там рыбы. Ты видел, сколько он рыбы может находить? 1,5 миллиона за один присест. Вот тебе и весночес. Так, все лесопилки заняты. Но тогда лети за рыбой. Здесь у нас рыбы. Хоть одним местом жуй. Тут у нас тоже, ребята, получают уровни. Кормим. Что там не хватает? Так, завершить прямо сейчас. Да нет, зачем? Я не спешу, пускай там делается. Модификрылка. Тоже кормим. Нужно ее до 80 уровня. Так, секундочку, сейчас посмотрим. Сколько, да, ребята, 40. 40 железа нам нужно, чтобы прокачать. Слушай, есть один вариантик у меня. Сейчас, подожди, давай-ка мы этих еще посмотрим с тобой. Легендарных-то наших. Это забираем. Отправляем. Так, где у нас следующий? Вот он. Грибочки. Кстати, вот он нам приносит грибы, вот это все. А куда они нам нужны, я так и не понял. Я не видел, чтобы они где-то
где-то появлялись. Ну, знаешь, как обычно там появляется тебе что-то. Нужно грибы или там что-то. Мы обходимся без этого. Так, 6 монет Одина. И загадочный набор. Древоруб, Громль, Парящий Прихвостень. Почему мне не дают металл? Друзья мои, почему они мне не дают металл? Так, ну что, давай этот глянем. 6 монет Одина. И загадочный набор. Кревет, Лаварык, Громобой. А железо не дают. Так, отказаться. Ну что, я хочу сейчас пооткрывать вот эти вот паки. Хотя, слушай, рыбы дофигища. Ладно, давай парочку откроем. Вот эти вот, да? Покупаем. Смотрим. Рыба, древесина, так, железо. Окей. А излишки, так понимаю, идут все-таки нам в хранилище, да? Надеюсь на это. Так, 50. Нет, нам нужно за 30. Ага. И железо дают только по одной. Вот это вот меня удивляет, ребята. Не по 10, не там, не по 20, а именно по одной. Давай последний. Подожди, не то, не то, не то. Последний пак с тобой откроем и... А, все, кончились, друзья мои. Больше нету паков. Ну, что я могу сделать? Ничего, берем с тобой янтарь. Тусклый, здесь то же самое. Так, и здесь у нас склянки. Что у нас тут? Запас рыбы и древесины. Тут ничегошеньки нету. У нас арена еще с тобой, кстати, скучает. Надо будет сюда забить паки Одина. Так, верхолаз у нас уже 28 уровня. Стоп, 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 куда ты нажал? Какое путешествие? Ну, зачем, Рейчик? Успокойся, я хотел верхолаза. Ну, смотри, 30 уровень. А он что, на 80 уровне? О, он тоже, кстати, будет, ребята, добывать нам железо. И чем больше у нас драконов будет добывать железо, тем проще нам будет дальше. Здесь ничего я не буду менять. Рун и так осталось очень мало. Ну что, друзья мои, идем на события. У нас с тобой есть одно событие. Выживание. 21 час 26 минут. Но мне кажется, что... я его не пройду. 6 волн, как мы знаем, здесь будет. И посмотрим, сколько у нас вообще с тобой всего. Здесь очень много будет трат, именно прилив сил. Так, а что у меня, ни одной груши, оказывается, нет? Ни одной груши, ребята, нету, офигеть. Так, ладно. Здесь пока все легко. Но это пока. Это еще только первая волна из 6. Дальше будет только хуже. Так, вторая волна. Ух ты. Это проблема. И если вот такой состав дальше будет, будет чертовски плохо. А, их еще потом будет трое. Сейчас их двое. Видишь, что он делает? Усиление сделал. Погнали. Кусаем. Так, что там? Громорук. Он же у нас бафер, да? Даже такой-то мелкий несчастный громорук, ребята, может нам понизить атаку. Причем очень сильно. Третья волна. Так, то же самое, только уровень повышается, да? И до какого предела? Какой тут будет максимальный уровень у них? 18-й, что ли? Так, укусили. Ну что ты там елозишь? Слушай, наверное, нам надо хильнуться на всякий случай, потому что... Так, бомбанем сюда. Теперь хильнемся. И добьем.
Так, четвертая волна. Вот, ребята, уже их трое. Плюс тут еще прибавляется водорез. Наверное, сделаем вот так вот все-таки. Блин, водорез, он же понижает нам броню. Это плохо. Блин, опять громорок. Ну ты смотри, он понижает специально, ребят, нам атаку, чтобы мы не могли с тобой добивать. Поэтому, наверное, даже его в первую очередь как бы нужно валить. По большому счету. Ну ты смотри, а. Всем понижает атаку этот громорок несчастный. А чем меньше мы наносим урона, соответственно, тем меньше мы с тобой отхиливаемся. Так. Уже чувствуются, ребята, проблемы, а волна только из четвертой. Все сложное будет впереди. Так, ну что, загрызешь его? Хорошо. Ё-моё, ты посмотри. Ты посмотри. Вот как здесь быть. Так, попробуем понизить броню. А он сейчас тоже нам броню понизит. А, он не попал, отлично. Так, а ты что тут будешь делать? Понял. Так, опять громорок ходит. Смотри-ка, не попал. Что это за новости такие? Они не попадают по нам. Кусаем. Что ты там собрался делать? Так, следом громорок ходит. Я тебя понял. Специально ведь знает, да? Кем ударить? И когда, самое главное? Добили. Ну, неплохо. Ну что, громорок, надо тебе истреблять. И желательно быстрее. Блин, не добили. Слушай, а на последней волне действительно, наверное, будут 17-18 уровни, судя по тому, что здесь уже были 16 левла. Ну-ка, 16-й, 15-й, 17-й. 17-й, нифига. Так, начнем, наверное, вот с этого партизана, чтобы он нам не понижал, ребята, броню. Точнее, он понизит, но чтобы он не продолжал это делать. Еще заметь, он когда по нам стреляет, ребята, у нас отнимается. Воу-воу-воу-воу-воу. Слушай, вот это вот не надо. Это лишнее, блин. Слушай, нам надо как сделать-то лучше, я даже не знаю. Наверное, вот так вот. И теперь берем под контроль. Ничего себе, он бомбит, ты прикинь. Сейчас мы потеряем с тобой. Нет. Не потеряли. И это удивительно. Так, он же нам поможет? Поможет. Добьет он громорога. А наша цель теперь, ребята, его ушатать. Как можно быстрее. Но быстрее не получится. Сейчас все-таки укусит. Ну, бомбанет. Ладно, здесь мы с тобой прошли первое, так сказать, событие. Двигаемся дальше. Ну что, крутим колесо и смотрим. Давай, плод мудрости. Не надо древесину. Есть. Вот это вот другой разговор. Плод мудрости здесь нам зайдет. Так, мы получаем с тобой первый пак. Это ареновский. Содержит элитных. Это древоруб, кревет, шипорез, душитель, кошмарный пристеглов. И костолом дикарь. Кнут и пруд. Ну что? Интересно, а здесь мы с тобой подеремся. Мы что, получим сразу два приза, получается? Руны и склянки, а потом уже сюда перейдем. Не знаю, надо проверить. Надо, друзья мои, проверить. 25% у нас пройдено. Смотрим. Нет, 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 нет. Не надо сюда, блин, шепот смерти. Ну почему? Еще и душитель здесь. Ну это будет слишком сложно. Потому что этот на трех энергиях будет бомбить свой суперудар, а этот, как всегда, на понижение брони будет работать. Короче, такая неплохая у них связка получится здесь. И опять же повторюсь, их пока здесь двое.
Потом их будет больше. Трое. И тогда мы запоем. Возможно, нам придется с тобой даже тратить руны для того, чтобы приобрести либо прилив сил, либо грушу. Ну да, так и будет, скорее всего. Ну, естественно, здесь, скорее всего, нам нужно, ребят, как можно быстрее уничтожать именно шепота смерти. Хотя, подожди, этот шепот смерти, если, ребят, я не ошибаюсь, он же у нас огненный. Он огнем бомбит. Настоящий шепот смерти, он у нас идет красно-синий, весь в шипах. А это его сородич. И вот что делать сородичи, я не помню. Так, здесь мы разбираем. Переходим на третью волну. Так, уровень уже 13-14. Меня это нисколечко не тешит. Сейчас мы с тобой что-нибудь да придумаем. Ну что ты там хочешь сделать? Кусает. Вот сейчас посмотрим, будет ли он на третьей энергии что-то делать. Нет, походу не делает. Тогда хорошо. А вот этот сейчас сделает. Понижает нам броню. Слушай, наверное, мы хильнем сейчас. Нет, пока не будем. Лучше мы это сделаем с тобой на следующей волне. Потому что нам придется опять с тобой набирать всю эту энергию. Так, четвертая. Вот уже, ребята, их и трое. О чем я и говорил. Но планы мои не меняются. И я все равно буду начинать именно вот с этого. Поехали. Окей, захилялись. Этот будет кусает. А этот у нас что делает? Огнеплюй, огнеплюй. И это плохо. Это плохо, что он огнем. Минус. Так, давай, наверное, вот так сделаем с тобой. С пониженной броней он быстренько должен разобраться. Так, и остается дымодышащий. Сделаем вот так. Жалко, у нас нет, знаешь, кого? Массового... Нет, он есть, это громобой. Массовый блокиратор. Я имею в виду того, чтобы они не использовали свои заклинания. Ёк-макарёк. Ты посмотри, 15, 15 и 16 уровень. Это предпоследняя волна. Что тут сделать? Давай так, наверное. Ё-моё. Опасно. Ну ты куда лезешь? Все-таки он огнем плюется, я понял. Тут, наверное, нам надо вот так сделать. Здесь пониженная броня, здесь пониженная атака. Я офигею. Огнеплюй нам здесь не нужен. Угу, будут меня спрашивать, нужен он нам или нет. Слушай, а ведь он сейчас будет ходить, да? Блин, нет, все-таки я сделал. Зачем, блин, я не хотел. Ай, дурила, он же сейчас мне так врежет. Он может даже уничтожить, по-моему, с одного укуса. Смотри, что творит. Наверное, лучше сделать. Ай, даже я не знаю, что лучше сделать. Я боюсь, барсика потеряем. Если я просто укушу. Фигня получается. Этого я смогу сразу убить. Потом будет ходить у нас Кривоклык. Но Кривоклык ничего не сможет сделать. Грушу тратить. Он же просто укусит, да? Он просто укусит, да. Друзья мои, тогда делаем с тобой вот так вот. Твою налево, вот это я просчитался. Вот это я просчитался. Я думал, что мы сможем с тобой
применить слепоту. Ну, не смогли. Ладно. Смотри, какой неугомонный, а. И последняя волна. Барсик в зоне риска. В офигенной, ребята, зоне риска. Они его, мне кажется, сейчас уничтожат все-таки, да? Сейчас будут кусать, ломать. Этот сейчас огнем полыхнет, не? Но вот сейчас кто-то будет выпендриваться. И это... Ага, понижает броню, ладно. В минус. Этот кого будет бомбить? Усиление сделал, да? Друзья мои, он сделал усиление. Если я... На следующий ход я, в принципе, должен его уничтожить. Ну-ка, да. Ну, здесь уже не страшно, ребята, потерять никого. Потому что нас тут трое, и в любом случае мы разрулим эту ситуацию. А его-то мы нахлобучим в любом случае. Так, и добивка. Как-то так, сложновато, но выиграли. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Неужели рыба? Давай плод мудрый. Нет, все-таки рыба. 175 миллионов. Теперь смотри, мы забираем с тобой руны. И забираем склянки, ведь так? Да, сразу две награды. А вот теперь у нас будет с тобой поединок вот за этот пак. Я думаю, что этот поединок будет жестким. Сейчас проверим, кто и что у нас тут. Тройной удар и шепот смерти. Ну что, по старой традиции начнем, наверное, с шепота. Хотя тройной удар тоже меня мало здесь радует. Если он будет делать свое отравление, то нам не поздоровится. Так, не будем пока ничего здесь тратить. Обычными суперударами... Ой, обычными ударами его забомбим. Смотри, что делает, а? Шитик. Как ты вот... Ты вот плохо бьешь, а? Просто... Вот. А вот это, ребята, уже, по-моему, ближе к шепоту смерти, да? Именно он же фаерболами бомбит. Не по-детски. По-моему, он. Тройной удар. Что ты там... Понял. Давай его атаковать. Раз. Понижение брони. Смотри-ка, что творит, да? Так, третья волна. Не дергайся. Ну, Барсик очень хорошо с ним справляется. Давай, наверное, сделаем... Подожди, подожди, вот так вот. Барсик очень хорошо с ним справляется, в принципе. Я очень доволен. Ну, а вот и тройной удар. Сейчас мы его тоже вырубим. Хотя смысл-то? Давай обычными атаками. Все равно он сейчас будет ходить. Раз. И добивка. Давай, давай. Четвертая волна. Так, их уже трое. Два тройных удара. Тут уже все, ребят. Тут уже как-то надо... Как-то надо. Ладно, попробуем так сделать. Лучше бы они тратили свою энергию. Отлично, вот так вот пускай делают. Лучше кислотой своей стреляются, чем будут делать свою массовую атаку на отравление. А вот это вот не надо делать. Вот так вот делать не надо. В одного моего барсика бомбят. А почему, ребята? Потому что у него пониженная броня. Естественно, им в радость бомбить его. Кого? Этого, наверное, да? Распетрушим. Блин, хильнуться. Давай так вот. В кого атака пойдет? Понял тебя. Добить сможем? Ну, зато хильнулись.
смотри, по всем бомбит. Он плюет в одного, но урон получает все. Ой-ой-ой, я тут, блин, и этого опять сюда воткнули. Нафига его сюда? Зачем он здесь нужен? Объясните мне, пожалуйста. Я-то, в принципе, догадываюсь, зачем он здесь нужен. Чтобы бомбить нас. Опа. Уже атака-то серьезно идет, ребят. И этот сюда же подключается. Ты посмотри, а. Так, не трогай. Нам придется с тобой сейчас сделать вот так. Я этого не хотел, конечно, делать, но у меня не было вариантов. Этот сейчас, наверное, будет бафаться. Хотя нет. Какой-то нет, бафается все-таки. Давай вот так вот сделаю. Мы же успеем его вольнуть. Должны успеть. А вот теперь тройной удар. Так, понизим ему броню. Да блин, хотел понизить броню. Че ты? А может быть, с одной стороны, это и хорошо. Нет, ничего хорошего. Последняя волна. Так. О, жесткач. Просто жесткач идет. Смотрим. Тыдыч. Хотя, знаешь, что мы с тобой... Блин, сейчас, подожди секунду. Оу. Вот это круто, что он промахнулся. Завис, да? Блин, как тебя бомбить-то теперь? Эй. А, вот. Так, если мы сделаем... Вот так. И, в принципе, сейчас мы уничтожим. Минус. Так, следующий у нас будет вот этот вот. Так, барсика, барсика бомбят. Раз. Барсик, наверное, сейчас погибнет. Так, точно, погиб. Ну что, теперь... Остается этот охламон, ребята, естественно, сейчас будем брать его под контроль. Тут другого варианта просто нету. В принципе, из-за этого барсик у меня и погиб. Кусаем. Понижаем броню. Ну и все, хлопчик, доигрался ты. Раз. И два. Все, ребята. Это событие пройдено. Круто. Глядим. И выпадает нам древесина. Ну что же, забираем свой пак. Что это вообще такое? Что там написано, не могу понять. Он в корзину нам идет? Да, он к нам упал. Сюда. Открываем его сразу же. Навстречу жаре набор. О, руны, топорик, рок, ракушка и лезвие крыл, друзья мои. А это что, новинка, что ли? У меня такого не было. По-моему, был. Слушай, это новинка. Такого у меня нету. Слушай, вот это классно. Обожаю, когда кто-то из новеньких у нас появляется. Так что лезвие крыл у нас теперь, друзья мои, в коллекции. Так, заберем здесь с тобой склянки. Кстати, надо посмотреть, сколько мы с тобой уже накопили. 5860. А сколько у нас еще дней? 41 день будет событие. Слушай, ну 5000, почти 6000 у нас уже в кармане. О, как. Ну тут у нас образ скоростной кривоклык. Скоростной. А что, интересно, этот образ дает нам? А, скорость сокращает скорость приключений. Нет. Слушай, ребята, у меня уже такие, знаешь, можно ловушка шало... Ловушка... Кто? Ловушка лом, ё-моё. Ловушка лома, либо священный ужас. Ну, конечно, хотелось бы получить инферно. Но это нам еще столько же практически нужно добыть. Но инферно, наверное, крутой будет. Ладно, 41 день есть, так что...
спешить пока не будем. Пускай копятся у нас с тобой. Да, эти скляночки. Ну что, теперь пойдем на арену. Нам на арене нужно с тобой мало того, чтобы паки набить, но еще и получить пак вождя. И желательно два. Ну-ка, что у нас тут? Вот он, вот, ребята, истинный шепот смерти. Опа-на, подожди-ка, тут у нас парящий прихвостень. Еще висит, вот он. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, если это... Хорошо, что он потратил. А так бы этот сделал свой... Ёк-макарёк, вы серьезно? Фига вы, ребятушки, тут наяриваете. Это просто какой-то нежданчик для меня. Продолжаем. Так, что сделать? Фиол против зеленых вообще не катит. Давай так тогда простенько, да? С тобой ударим. Ты смотри, что делает. Лютый прихвостнитый этот. Парящий. Так, ну что, остается у нас ветрокрыл. Его, ребята, берем под контроль, потому что у него энергия сейчас будет суператаку свою применять, а нам это не нужно. Видишь, что творит? Вовремя поставили. Вовремя мы с тобой все это дело поставили. Ну, что ты там дергаешься? Конечно. Губишки закатай. Подожди-ка, у него слепота слетела. Ну что, наверное, пора с ним уже заканчивать. Все. На следующей атаке, наверное, мы его все-таки ушатаем уже. Да-да-да-да, конечно, ага. Держи карман шире. Не тут-то было, браток. Шикарно. А здесь у нас кто? Громобой, Сарделька плюс Кривоклык. Начнем, наверное, с Громобоя. По нему все-таки идет повышенная атака. Так, что ты будешь делать? Понял. Давай, наверное, понизим броню, чтобы его сразу уже потом раскатать. Сарделька, я и забыл, что ты у нас по два удара делаешь. О-о-о, что ты будешь делать? А он почему-то, ребята, кстати, не применяет слепоту, ты заметил? Он этим делом не занимается. Что тут у нас Сардель... Фу, Сардель еще и промахивается. Накажет, нет? Не наказал Барсика. Ну и хорошо. Пора нам Сардельку истреблять. Что он там делает? Слушай, ну он хорошо бьет, да? Своим хвостом. По две атаки. Вроде такой маленький, но... Вырубает конкретно. Все, последний удар. И победа за нами. Так, друзья мои, пак вождя уже доступен. Древоруб, Лаварык, Громель, Громобой, Парящий прихвостень, Барс и Вепрь. Ну и как видишь, пока нам достаются обычные паки. Еще одно местечко есть. И также у нас есть еще один пак вождя. Поэтому поехали. Будем добывать. Фига себе, там 17 уровень. У шепота смерти ты видел? Вот, шепот смерти. А, тут еще и парящий прихвостень. Окей. Нам нужно как можно быстрее. Ну, ты понял, да? Парящий прихвостень. Ясно. Давай вот так, наверное, сделаем. Понизим. Блин, 17 левел. Как же жарит, а? Ну и этот, естественно, лезет. Молодец, Барсик. А этот сейчас добьет. Ух. Нам крупно, ребята, повезло. Что он промахнулся. Тогда делаем вот так. Хильнулись. Бомбанули. Промахнись. Нет. На 392 к атаке, ребята, почти 400 он бомбит, прикинь. Это прихвости. На тебе. Пора уничтожать тебя.
Раз и два. Вот и все. Громобой, криво-крив. Так, и скала. Наверное, будем с громобоя начинать. Потом криво-криво бомбить. Ну и уже скалу в конце, в самом последнем, да? Допустим. Так, этот у нас в плане. Он... Погоди-ка, разве он фаерболами бомбит? Он же вроде должен таранить. Или я что-то путаю, или тут что-то поменялось. Так, у него усиленная атака еще к тому же, блин, это плохо. Ага, все-таки он таранит. А кого этот добьет? Не добил. Слушай, он не добил. Давай, наверное, вот так вот сделаем. А вот сейчас барсика, наверное, уничтожит. Он опять будет делать разбег. Все-таки добился своего, да, гаденыш? Ну что же, получи и распишись, парень. Че, взгрустнулось тебе сразу, да? Под слепотой-то. На. Выкуси. И добивку сейчас будем делать уже. Это тебе за все. Кто тут у нас, а? Парящий прихвостень, душитель и кривоклык. Тогда уже лучше с парящего здесь начинать. Душитель, отвали. Так, ну сейчас укус получим. А мы с тобой будем парящего бомбить. Сейчас, правда, в ответку получим фаерболом. И все время барсика бомбят. Поста... Вот сколько играет тут? Ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это плохо. Сейчас подойду. Ага. Ну, давай, допустим, так. Все, да? Кого уничтожит? Барсика, конечно. Круто. Что я могу сказать? Ребят, промахнулся. И это найс. Я обожаю, когда они промахиваются. Так, кусаем. Добить сможешь, барсик? Не сможешь. Тогда, наверное... Хотя нет, он не уничтожит. Ой, у него массовая атака. Ё-моё, может он сделать. Ёк-макарёк, ребята. Ну это что такое? Сейчас... Да. Ну... Кого он там? А, слепоту повесил. Красавчик. Слушай, красавчик мой кривоклык. Он повесил на него слепоту. Вообще получилось идеально. Ну, как видишь, мы с тобой получили еще и редкий пак, ко всему прочему. И открываем пак вождя. Шторморез, кревет, водорез, громобой защитник и громгильда. И хочу зайти, ребята, сюда, кое-что глянуть. Мне кажется, что кто-то, наверное, так. Душитель, у тебя как там с улучшением? Вот, видишь? 11-й разряд получает. Окей. Криво-крив, ты как? Не, криво-криво мы с тобой не прокачивали, поэтому... Хотя стоило бы. Персонаж-то неплохой, помнишь, мы играли за него. И острокрылый змеевик. Его тоже нужно прокачать. Ну, лаварык. Не особо мне нравится. Вот, кошмарный престиголов. 51 уровень нужно ему сделать. И мы его прокачаем. У него, смотри... Ох ты, у него тоже есть понижение брони, плюс... Массовая атака. Это вот тот самый фаербол, которым он меня гнобит постоянно. Громоль, ты как? 24 уровень нужен. А тебе? Всем 24 уровень нужен. Они у меня, ребята, сидят все в ангаре, поэтому и не прокачиваются. Да, именно из-за этого. Ну, я думаю, что и все на сегодня, друзья мои. Повоевали. Неплохо. Ждем теперь, когда наша академка прокачается, чтобы мы смогли с тобой дальше. Так, улучшение за 5.
5 же нет, железо мы с тобой будем копить. 40 штук нам нужно, но это долго, не спорю. Но зато у нас появится новый с вами герой. С новым, так сказать, драконом. Слушай, ну меня интересует. А, для того, чтобы дальше пошло у нас развитие, нам нужно... Требования для улучшения чего? Так, во-первых, нам нужно восстановить великую кузню. Ага. Помимо железа, нам еще понадобится с тобой 12 драконов сотового уровня. А чтобы нам потом прокачать зал совета, нам нужно будет 24 дракона. Вру, 18 драконов 124 уровня. 124 уровня. Как это все будет выглядеть, я не знаю. Ладно, доживем, увидим. Ну, а на этом, друзья мои, я закругляюсь. Всем пока, всем удачи и до новых скорых. Погоди. До новых скорых видосиков, это естественно. Но сначала сделаем вот так. Все, удачи вам.